направленный в практическое русло стремления к красоте, позволяет им стать хорошими дизайнерами, стилистами, оформителями. Символом этого имени выступает ответственность и помощь, достигаемые любовью, переживаниями и защитой. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо «все или ничего» свойственно для этого имени. У этих людей может проявиться потребность блистать, быть центром внимания. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Привыкли добиваться своего, поэтому обладают исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Они решительно и упорно стремятся к намеченным целям, проявляя при этом завидную твердость характера и несгибаемую волю. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Буква «Ф» в этом имени дает человеку брезгливость и недовольство. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Этим людям нужно быть в центре внимания, но при этом они дружелюбны. От душевного мятежа многие приходят к религии. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.